Сегодня готовим мясные медальоны в сливочном соусе. Мясо получается очень нежное, соус восхитительно ароматным. Для приготовления нам понадобится свиная вырезка 600 грамм, лук приблизительно 300 грамм, сметана 20% 100 грамм, пол чайной ложки соли со специями, у меня укроп и чеснок и немножко черного перца. Нарезаем мясо толщиной примерно, чтобы кусочек у нас был 5-6 сантиметров, чтобы были кусочки толстенькие. Мясо у нас обжаривается, крупно нарежем лук. Прям такими крупными квадратиками нарезаем лук. Мясо подрумянилось уже с двух сторон, с этой стороны также подрумянилось. Накрываем крышкой и тушим под крышкой минут 10-15. Мясо пустит сок. Если мясо мало сока, значит надо будет долить водички или бульона. Это все будет по обстоятельствам. Мясо у меня протушилось 5 минут. Сока получилось очень мало. Я долила буквально 50 мл воды. И накрываю опять крышкой. И тушу еще минут 10. В общей сложности минут 15 под крышкой, чтобы у нас получилось. Мясо наше протушилось под крышкой 15 минут. Закладываем к нему лук. Прям засыпаем мясо. Накрываем крышкой и тушим 15 минут. Мясо наше тушится уже с лучком, протушилось. Добавляем сметану со специями. Накрываем крышкой и тушим до готовности. Мясо наше тушилось 45 минут в общей сложности. Сейчас мы его снимаем и подаем к столу. Вот такие у нас получились мясные медальоны в сливочном соусе. Очень вкусные, ароматные. На гарнирчик мы отварили картошку-пюрешку. Вкусно, бесподобно. Рекомендую приготовить. Готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, ставьте лайки. До новых встреч, до новых видео!